Новую малышку от Lumix ждет беспощадная борьба с конкурентами за внимание пользователей. Но у камеры DMC S3 спрятано в корпусе мощное оружие. Узнаем вместе, чем может похвастаться эта кроха. Смотрим обзор. В комплект поставки входит аккумулятор на 660 мАч, зарядное устройство, кабель USB, шнурок на кисть, диск с ПО и руководство пользователя. Внешность у новинки простая и милая. Аппарат тонкий, легкий и компактный. Его обтекаемые формы идеально эргономичны. Корпус из глянцевого пластика приятен на ощупь и устойчив к царапинам. Качество сборки на высоте. У аппарата есть несколько интересных расцветок. Фиолетовая, черная, красная и серебряная. С органами управления все по-старому. На лицевой стороне объектив, вспышка, микрофон и лампа подсветки автофокуса. На тыльной 2,7-дюймовый дисплей. Регулировка зума, мультифункциональный пад и кнопки управления режимами. Просмотра и удаления отснятого. Сверху разместились клавиши включения и спуска затвора. Снизу привычно обитает резьба для штатива, отсек для аккумулятора и карт памяти. Справа ушко для шнурка и гнездо USB, скрытое под резиновой заглушкой. Несмотря на ценовую доступность S3, у него достаточно неплохая начинка. Современная CCD-матрица на 14,1 мегапикселя презентует яркие детализированные фото с разрешением до 4320 на 3240 точек. Такие снимки очень удобно редактировать и печатать даже в крупных форматах без потери качества. Камера может похвастаться широкоугольным объективом Lumix DC Vario. Его фокусное расстояние в 28 мм умело захватывает пейзажи и групповые фото. А четырехкратный зум превращает камеру в универсальную для съемок в абсолютно любых жанрах. Оптический стабилизатор изображения сохранит четкость каждого вашего кадра, даже при съемке с рук и плохом освещении. Но и это еще не все. S3 снимает HD-видео с разрешением 1280 на 720 точек. Такие ролики будут отлично проигрываться на широкоформатных мониторах. Кстати, любая запись сопровождается автофокусировкой, так что все главные герои будут четкими и внятными. У гаджета 70 мегабайт встроенной памяти. Она легко увеличивается картами памяти SD. Показатели автономности также неплохие. Аккумулятор на 660 мАч выдержит целых 230 снимков. Маленькая, скромная и доступная S3 – серьезный конкурент в своем ценовом диапазоне. Она покорит вас элегантной внешностью, миниатюрными размерами, простотой в использовании и неплохим функционалом. Еще как бонус – HD-видео. Вот так заманчивое предложение.